Глядя на пластику и красоту движения этих юных граций, понимаешь, какую кропотливую работу провели они и их наставники, чтобы сегодня блистать на открытом турнире по художественной гимнастике. Это как итоговые соревнования для проверки, чему детки научились в течение года. В этом году наши соревнования приурочены к дате столетия образования общества «Динамо». Ну и хотелось бы верить в то, что эти соревнования у нас станут традиционными, то, что турнир «Пробуждение весны» станет более масштабным. В соревнованиях принимают участие порядка 150 спортсменок от 5 до 15 лет из Беларуси и России. Каждая из них подготовила особый номер, который покажет все мастерство и гибкость гимнастки, а также артистизм и правильность техники. Художественная гимнастика – очень красивый спорт, такой профессиональный. Ну, она красивая, там красиво показывают растяжка, гибкость. Конечно, присутствует сопернический дух, присутствуют разные эмоции, очень много. Есть и страх, и радость, и поддержка в команде. Ты борешься со своими соперниками, и вот тебе надо прям вырваться вперед. Выступление с лентой, мячом, булавой, обручем. Каждая из гимнасток выходит на ковер с настроем на победу. Секрет мастерства, говорят, в долгой и упорной работе и тренера, и самой грации. Уделяется внимание на все. Самых маленьких, конечно, с ними сначала играешь, потом постепенно начинаешь приучать к растяжке, гибкости. Ну, тут много всего. Хореография, элементы. Ну, это такой, знаете, очень долгий процесс, поэтому у нас и гимнастика, она самая юная. Экспертное жюри определит победителей, но памятный приз получит каждая из участниц турнира. Екатерина Косынюк, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».